Как мы можем помочь друг другу построить эту тень святости? Все это происходит в нашей работе на утренних уроках с этими статьями. И то, что мы на протяжении дня обсуждаем эти статьи, эти тексты, и так, со всех сторон хотим их обрабатывать, обработать, хотим с ним больше связаться, с большим пониманием, с большим чувством. Когда я прислушиваюсь к товарищам, когда я включаюсь в них, как они принимают, чего они хотят, и я не боюсь потерять себя в их объяснениях и в том, как они к этому относятся. Наоборот, я готов. Я готов впитать все. Я готов вбросить себя в десятку и включиться их мнениями, их чувствами. Почему? Потому что там внутри, в десятке, находится Творец. И тогда я бросаю себя туда вместе со своим знанием и получаю в ответ оттуда себя самого выше знания, уже с какими-то духовными свойствами. Почему? Откуда взялись духовные свойства? От того, что я отменяю себя перед десяткой. И внутри народа моего нахожусь я, то есть Творец находится внутри десятки. Как бы они ни казались мне, может быть, меньше меня понимающими, меньше меня чувствующими. Но это не так. Это неверно. Это как Раби Йоси бен Кисма, когда отменил себя перед своими маленькими учениками, потому что без этого он не мог подниматься день за днем. Это духовный закон. Насколько я отменяю себя перед десяткой, я один перед десяткой, этим я наверняка поднимаюсь на более высокую ступень. А они сами по себе могут быть, каждый из них меньше, ниже меня, но я отменяю себя перед связью с ними. А вот эта связь, она больше меня. И поэтому это и есть форма продвижения. И поэтому мы должны работать на протяжении дня над той же статьей, тем материалом, который мы изучали утром, и постараться реализовывать его между нами. Понятно? Это отмена перед товарищами помогает мне построить этот экран. Вы почувствуете эту силу отдачи? Repeat, please. Повтори, пожалуйста. Esta anulación ante los amigos permite... Отмена перед товарищами позволяет мне почувствовать и создать силу отдачи. Если я пользуюсь товарищами, чтобы развить силу отдачи. Да? Да-да, конечно. Если я отменяю себя перед товарищами, то уже я этим приобретаю силу отдачи. Да. Посмотри на мать по отношению к детям. Она им отдает? Да. Что? Тем, что она отменяет себя перед ними. У нее это со стороны природы, естественно. У нас это появляется через наши усилия. И поэтому как можно больше стоит служить товарищам. Это буквально то же самое, что ты служишь Творцу.